Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик. Привет, привет, друзья! Я бы даже сказал турбо-нубик. Добро пожаловать в 60 секунд челлендж в Майнкрафте. Этот челлендж заключается в том, что же 60 секунд в креативе мы должны взять все предметы, которые успеем, выполнить определенные задания и успеть построить с этими предметами уже в выживании бункер против цунами из эмеральдов. Но пока что мы пытаемся приземлиться на это поле, а на самолете это сделать практически здесь невозможно, а это вообще на самом деле истребитель. Вы не ленитесь, прямо сейчас поставьте лайк под этим видеороликом, а в комментариях напишите. Представьте то, что если бы вам навстречу шло цунами, либо же на ваш город приближалось цунами. Какие 5 предметов для выживания вы бы взяли вместе с собой? Пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. И также, пока что мы пытаемся приземлиться, те, кто из вас еще не подписан на канал, не стесняйтесь, нажимайте на красную кнопку подписаться. Не забывайте про канал Лески и точно не пожалейте. Ох ты, я почти сел. Короче, все, Леска, Нубик, давайте, приземляйтесь, я не могу истребитель посадить. Ой, что происходит, погодите. Я припарковалась там. Я падаю, помогите мне, помогите. Есть, боже мой, где все, ты? Давай, я тебе есть, помогу. Все, капец, он гигантский просто этот истребитель. Так, книжки с заданиями все получили, если что? Все, погнали, да. Читайте кто-нибудь задание пока что. Да, читай давай быстрее, пока что я лечу. Первый стал с едой, второй спальня, третий спортзал. Спортзал. Ого, так, спортзал, ничего себе. А как так, это задание, которое нам надо будет выполнить и взять предметы, успеть для их выполнения. Короче, я прямо сейчас, в принципе, готов запускать таймер ровно на 60 секунд. И за эти 60 секунд мы берем вещи, которые нам нужны будут в выживании. Потом мы с ними будем строиться. Че, все готовы? Так, да, давай, тоже готовы. Давайте. Раз, два, три. Все, 60 секунд пошли. Так, и первым делом сейчас возьму то, что я постоянно забывал взять. Просто постоянно у меня это все из головы вылетало. Сегодня я это дело не забыл. Так, это сюда, это вот сюда. Так. Ай, что я сделал? Я только все сломал. Я только все сломал сейчас. Как так можно было зафейлиться? Так, вот такие предметы всякие замечательные. Так, затем. Так, нам нужно какой-то там склад сделать, тому подобное. Да, там столько всего, на самом деле, нам надо сделать еще. Так, ладно, все, концентрировать надо внимание. Максимально концентрируем свое внимание. Так, это даже вот так можно. Так, стоп, я пока что успеваю, кстати. По-моему, пока что... Что? Нет, времени очень много прошло. Времени прошло очень-очень много, вы не представляете даже, насколько много. Ёперный театр. Так, ё-моё, я не успеваю. Ладно, зачем я вот эти блоки сейчас беру, я не знаю. Я без понятия, зачем я их взял, но... Ладно, короче, как оно будет, так оно будет. И вот это. Стоп, остановились. Слушайте, ну что, у нас включается выживание прямо сейчас. Все, началось выживание. Ну что же, давайте теперь построим из того, что у нас сейчас. Ёперный, я только что осознал то, что у меня категорическое маленькое количество предметов. У меня вообще ничего нет. Так. Да как так-то, слушай, ты же всегда хорошо готовился. Я не знаю. Короче, мне, походу, сегодня придется строить свой бункер против цунами из эмеральдов где-то, по большей части, под землей. В принципе, я так и планировал. Только у меня не получится даже нормальную отделку стен сделать, и придется сделать так, чтобы у меня просто повсюду земля торчала. Ай, ладно, главное, чтобы база была надежной против цунами. Так, Нубик взял какие-то у нас розовые блоки, так, Леска у нас получается. Леска, у тебя, кстати, какие блоки? Я взяла вот такие радужные и белые. Так, радужные блоки. Ой, ё-моё, чешуйницы дурацкие. Я еще камень плохой взял. Смотрите, у меня чешуйницы съели мой бункер просто-напросто. Слушай, ёперный театр. Как-то у тебя вообще так, всё неорганизовано. Что ж ты делать-то будешь? Откуда вы такие появились-то как только? Как вот это была фатальная ошибка на самом деле. Как я буду выживать вместе с ними, если они постоянно... Главное не ломать просто. Главное просто не ломать. Сегодня цунами быстрое будет. Главное просто не ошибаться. И... Главное не ошибаться. Когда у тебя 60 секунд есть, ты знаешь, о чем думаешь? Ты думаешь вообще ни о чем просто. Думаешь, как успеть и все. Там ты вообще не знаешь еду, инструменты, да, брать, согласен. Мебель, блоки, там, так, что там вообще. Что мне делать-то? Что мне делать? И как бы я не готовилась, каждый раз я все время забываю. Я с какого-то фига взял себе огромное количество полублоков. И самое что интересно, разного вида. Зачем я взял их так много, да еще разных цветов? Просто бред какой-то произошел. Настоящий бред. Вот он, настоящий. Нубик, что там ты там говоришь, там что-то вот это? Так, ладно, окей. Все, я продолжаю. Пока что цунами, у меня для вас отличные новости, его даже и...
Не видно вообще, не видно, не слышно, тишина. Так, вертолет, кстати, классно припарковали там. Леска, зачет, конечно, это просто отлично. На 5 с плюсом просто припарковалась. Так, я надеюсь, то, что в этот раз все взяли свет. Нет. Нет? Серьезно? Нет, я забыл. Нет, чешуйницы дурацкие, я хотел окна... Ай, я хотел просто окна поставить у себя дома. Я теперь как мне ломать-то? Стоп, что? Какого фига я стекла не взял? Я же отчетливо помню то, что я стекла с собой взял. Как так-то? Нет, делиться нельзя, тогда смысла нет просто. Так, ладно, мне придется еще одну стену сейчас сломать. Так, и сделать по-быстрому. На тебе чешуйница дурацкая, все. О, они у меня все в ловушку попали. В джакушку ловушкера. Так, все. У меня есть план. У меня все в порядке. У меня план Б тут был. Да, я уже выкрутился, если что. Так, главное теперь только с этими чешуйницами сейчас справиться, которые у меня тут попадали. Ай, вниз! Что они так? Что? Да что такое? Не бунгер, а какой-то побоище идет. Постоянно сражаюсь с этими чешуйницами дурацкими. Вы меня уже. Слушайте, они меня сейчас замочат. Они меня сейчас. Еда есть у кого-нибудь? Нет, я не взяла. Плохо. Что делать-то плохо? Теперь? У меня бункер просто не строится, вы понимаете? У меня не строится, у меня не получается. Да потому что у меня чешуйницы едят стены и съедают все подряд, и все. Я вообще ничего не успеваю сделать. Я не знаю, как тебе помочь, честно. Да невозможно это... Слушайте, у меня все развалилось, смотрите. Сейчас посмотрю. Что делать? Помогите мне, Нубик, помоги мне чешуйниц заварить в этой яме дурацкой. Они там сидят просто и все. Не получается у меня за 60 секунд построить. Что я за блоки дурацкие сегодня взял? Просто. Подожди, они что, размножаются или как ты их убиваешь? Я не знаю, что они там делают. Они сидят там под этими. Стой, дай я яму откопаю сейчас, секунду. Где? Что это за фигня? Так стой, они идут. У меня полтора сердечка осталось. Лес, кого-то не побежали. Аккуратнее, только будь, пожалуйста. Ой, все, все стены сломали. Киркой ломайте. Бейте их киркой сейчас, давайте. Сейчас я помогу. На, вам чешуйницу дурацкие, получайте, Леска, аккуратнее. Слушай, а так, как сейчас. Так, подожди-ка. Я взял вместо каменного кирпича каменный кирпич с монстрами внутри, понимаете? И вот смотрите, у меня все съели. Вот мой бункер. Классно, нет? Вот как мне выживать-то в нем? Как? А сейчас как? Они будут появляться еще? Они появляются тогда, когда ты их ломаешь. Я хотел сделать... Вот смотри, я не туда блок поставил, все, я его не буду ломать уже, пускай так будет декоративно. Давай реально уже не делаем. Жесть какая-то, просто жесть, я не знаю. Ну, 60 секунд есть 60 секунд, как говорится. Ну да, там продумать не успеваешь. Там пока что... Ладно, хоть цунами нет. Если бы цунами сейчас появилось, кстати, это просто фиаско было бы самое настоящее. Так, я уже бегать не могу, кстати. У меня большие проблемы уже начались тут, походу. Так, надо еще земли накопать, наверное. Так, кто-то земельку забрал себе. Так, надо ладно. Тебе, у меня, по-моему, маленько мне. Так, раз, два, три, четыре. Не, все, я разобрался, все нормально. Так, это сюда поставим. Так, ну что, сейчас я буду думать, смотреть, что мне делать с подземным моим... с подземной моей базой, потому что у меня не получится никак нормальные стены сделать, ничего не получится сделать. Пожалуй. Потому что у меня просто мало блоков и все. А может получится сделать, я не знаю, сейчас маленькую комнатку, наверное, сделаю, и в принципе такой-то, наверное, более чем достаточно будет чуть что. Так, сейчас посмотрим. Так, если здесь два блока в высоту... Так, а можно, вернее, сделать даже вот таким образом, а вот здесь уже сделать немного повыше. Так, вы там тоже мониторите, кто на поверхности чего? Находится, чтобы цунами не приблизилось. Ладно, ладно, сейчас я поднимусь наверх. Так, здесь есть, это готово. Так, я действительно, окей, попробую на максимум использовать свои материалы, мне кажется, даже на минимум у меня их не хватит. Так что сейчас увидим, что будет. И вообще у меня на самом деле сегодня очень странный бункер получится. Вы, наверное, поймете, почему потом в конце. Так, цунами сейчас. Смотрю, пока цунами не вижу. Отлично, все это отлично, это отлично. Здесь его еще очень-очень долго не будет. Так, это вот сюда, вот сюда. Слушай, нормально мне чешуйницы. Хотя, знаете, нам надо еды найти. У меня осталось из еды 2,5 куриных ножки. Знаете все. Что, сейчас мы кого-нибудь отправим, кто будет. Можете кто-то. Нубик, ты можешь пока что за свиньями, не знаю, там отправиться за кем-нибудь, не знаю, чтобы какого-нибудь места добыть, потому что мы с Леской сейчас помирать уже тут будем. Так, это я просто одну жесть. Свинью завалила. Так. Все, так, это готово. Это готово. Слушайте, а возможно вы скажете то, что у меня вообще красивый, наоборот, база внутри получилась? Ну, возможно, ты часто умудряешься выкрутиться и построить. У меня просто прям дурацкие блоки, на самом деле, серьезно, вот прям. Но блоки не блоки, у тебя, конечно, а полублоки даже. А как ты так
вообще в этот раз взяла? Я не понимаю. Я не знаю, да, паника была. Паника была полнейшая. Вообще уже не знаешь, что делать. Время просто утекает и утекает. Такое, ты понимаешь, что если ты хорошую постройку не сделаешь, то ничего не получится. А мне хочется нет сделать двери, практично. Опа. Что у тебя там? Нет дверей, что с этим делать? У меня тоже дверей. А нет, у меня двери есть. У меня зато нет стекол. Я решил эту проблему с помощью заборчика. Так что не знаю, может ты там... Тебе придется какой-то проход такой хитрый сделать, наверное, чтобы как-то ничего, если что, не проходило. Я не знаю, придумай что-нибудь тоже. Придется какой-нибудь ломающийся проход, судя по всему, делать. Так, я пока сделаю вот... Ой, я тоже вот так сделал специально, короче. Как будто бы декоративная штука такая получилась. Так, давай, все, давай, пойдет. Давай, стройся, так, и осталось еще вот эти стены тоже поменять здесь, чтобы тоже все в красотуля была прям такая максимальная. Так. Это сюда поставили. А у меня же тоже это место зальет. Сюда поставили. Куда зальет? Чего там зальет у тебя? Так, давайте дальше. Я поставлю. Так, где мой свет? Вот он, свет мой. Опа. Так, стоп, не ставится? Что? Подождите, а как так-то? Ага, так. Я понял. Ладно, пускай так тогда будет. Чего ж поделаешь-то? Так, и осталось 16. У меня этих блоков, кстати, стоп, неужели их тут хватит? Я, если их сейчас впритык прям тут хватит... Так, да ладно, серьезно? Стойте, это просто... А, ну нет, не хватит. Не хватит, я думал, хватит уже этих блоков. Кстати, а как проход тогда делать? Вот я делал проходы, что туда все равно вода зальется. Я реально не знаю. Погоди, я тут сам пытаюсь пока что что-то как-то сделать. У меня тоже самой не особо хорошо что-то получается здесь. Так, это вот так. Так, мне нужно еще вон туда закинуть. Все, закинул. И вот так. Ага, сюда он не поставит, я понял. А у меня... Стоп, и эти блоки кончились уже. А что так быстро-то? Так, ладно, я понял. Так, вот надеюсь, то, что... Так, еду добыли, надеюсь? Я одну свинюшку так, замочила. Так, кто-то, у кого камень, есть ли бы что-то еще? В печку ставьте скорее, потому что у меня, короче, капец тут полнейший. Ох, у меня тут полтора крючка и полтора сердечка осталось. Я сейчас реально погибать печка уже есть, начну. Да, уже? Прямо сейчас начну погибать уже. Так что давайте, надежда только на вас. Так, это сюда. Это вот... О, все, идеально так, получилось. Это круто. Быстренько. Так, стоп, я тут вылезать не смогу, да, нормально? Так. А-а-а. Да, тут это фиговый люк, конечно. Ладно, придется его поменять немного местами. Так, что там, где у тебя печка? У тебя так, в доме она? У меня нет печек. Я говорю, сделайте печку, все сделайте. Я говорю, я сейчас уже все. Я сейчас, от меня скоро ничего не останется вообще. Так. Что у тебя было? Это я сделал. Что я тебе только... добыл? Давай принесу. Она, надеюсь, пожаренная? Нет, но она нет? Все нет? Равно... Ну давай. Пожарная. О, давай, пока что мне хоть как-нибудь. Она знаешь, сколько вообще заполняет? Так. Ну, она заполняет, можно выжить, короче, хотя бы, да. Я знаю, да. Ну, это лучше ничего. Там. Смотрите, так что у меня есть свинина, но она тоже... Можешь нести. Давай, сейчас я возьму, сейчас, секунду. Так. О, все, отлично, все, жить, наверное, буду хотя бы какое-то время. Да, сколько она по полтора восполняет? Ну ладно. Так, хотя надо восполнить, чтобы хотя бы сердечки остановились. Так, все, сердечек теперь точно остановится. Так, у меня один кусочек остался, все, нубик, забирай. Так. Надо и с едой, конечно, разобраться будет получше еще. Так, сейчас мы тут поменяем. Так, никто никому не заглядывает, шпионить нельзя, давай уходи отсюда. Так, что у меня дверь не закрывается, Оля? А что шпионить? Я вот, например, вообще не успеваю. Я твой бункер, кстати, краешком глаза только видел, вообще даже не замечал толком. Так что я считаю, твой бункер вообще не видел. Так, это поставили, это поставили. У меня на самом деле что-то как-то не особо красиво и прикольно получается. Так, а нам там построить нужно что? А как я спальню сделаю, если я кровати даже не брал? Серьезно, что за бред вообще? Я не знаю. А спортзал кто как будет делать? Спортзал, ну, у меня есть идея на спортзал, и вы, кстати, поймете то, что это спортзал, так что с этим проблем нет. С складом тоже у меня проблем нет. Я тоже это предусмотрел сразу прямо. Так. Вот сюда. А вот про спальню я вообще не забыл. Это же самое банальное. Взять просто-напросто кровать. И все. Вот тебе спальня и готова, ну, как получается. Минимум, да, кровать. Так, все, это сюда. Хотя, с другой стороны, кровать можно по-другому как-то изобразить, наверное. Так. Можно, да. Что касается тогда... Так, стоп, как я спортзал-то буду имитировать, если я... Стоп, у меня помешательство какое-то, я чуть не знаю. Ну, замешательство, вернее. Ну, мне там... Так, слушайте, я не знаю, как изобразить, короче. А зачем так, мне такой спортзал? Блок ставишь? Так. Так, как мне его делать-то? Если я как-нибудь объединю вот эти блоки, если только... Хотя, стойте... Так, если я поставлю вот так... Это что такое? И вот так. Нет, это бред какой-то, это не спортзал точно. Это какая-то вообще получается полная.
Так, хотя, с другой стороны, стоп, это же больше похоже на что-то другое. Надеюсь, что вы догадаетесь, что это такое здесь. Ну, Бик, заканчивай так. Бегать тут. Нубик, что там делаешь? Подглядывать нельзя. Тебе же в самом начале сказала я только что. Нубик, ты слышишь или нет? Да. Все, что ты там носишься убежал. Постоянно? Он исправился, капец. Убежал. Так, все, я вот эту штуку сюда забираю. Так, один сюда, один вот сюда. Так, вот это дело ставим, это ставим. Так, у меня, честно я вам скажу, у меня внутри базы повсюду как будто бы начинает осыпаться земля. Короче, я тут бегаю, что у меня просто-напросто в самом бункере внутри как будто земля повсюду падает все время. Так, у тебя что там? Подожди, а цунами не началось, кстати? Я не знаю, я что-то цунами вообще не вижу, короче, нигде. Я не знаю, откуда оно в принципе должно идти, но его пока что вообще нигде не видно. Как-то подозрительно долго, мне кажется. Я не понимаю реально, где оно находится у нас. Оно куда-то, видимо, либо пропало, либо еще что-то, либо оно вообще отменилось. Слушай, я без понятия. Странно, да. Так, слушайте, слушайте. Так, у меня так. Что-то было. Нубик, ты что у меня грядки тут накопал какие-то возле входа? Что это за фигня тут? Ты мотыгу с собой брал? Ты серьезно? Нафига тебе мотыга? Да. Так, сюда все сделали. Так, как мне сделать теперь спортзал? Я не смотрю на ваши дома. О, знаю, как спортзал сделать. Сейчас все сделаю, короче. Так, 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 это вот сюда, это вот сюда. Слушайте, все, у меня спортзал точно тоже готов. Да? Готов? Я все построил, осталось только посмотреть, что там у вас будет. И в принципе, единственное, что меня не устраивает в моей базе, это внешнее обустроение. Не-не, пока нельзя еще, пока нельзя. Так, еще пока обустраиваемся. Мне пока внешний дизайн моей базы не нравится, так что я пока внешне буду его как-то обустраивать. Так. Здесь такие, получается. А и все. Остальные у меня блоки кончились. Ладно, придется тогда пополам и пополам как-то тут все делить. Таким образом. И еще нужно добавить что-нибудь мне на базе прикольное, а то у меня база как будто бы как какая-то лепешечка получилась непонятная. Все. Да вот сюда. Светильники можно, кстати, на крышу поставить, как сигнальные огни можно будет использовать их. Так, и чешунец, ну их нафиг этих чешунец, я их ставить не хочу. Так, и я трубу, короче, типа трубу такую сделаю, не знаю, что это такое вообще, выхлопная труба какая-то у меня получится. И сюда еще, а нет, так, светильник не поставишь, я понял. Так, тогда можно сделать вместо этого, о, такие заборчики. Опа, и вот сюда, как будто бы антенна. Так, ну что же, пока что цунами не пришло, мне кажется, оно идет где-то со стороны океана, я предлагаю прямо сейчас побегать и пооценивать, у кого что получилось. Погнали, давайте, короче, начинать с лески, потом пойдем ко мне и потом пойдем к Нубику. Нубик, погнали к леске. Погнали. Так, леска, где у тебя находится вход в твою базу? Вот. Здесь, да? Так, а у тебя дверь есть? Нет. Ага, придется как-то дверьми заколоть. Так, окей, я понял. Слушай, прикольно, мне очень нравится, это очень крутая база получилась. А что у тебя вон там за пробоина в стене? Ой, подожди. И почему у тебя повсюду как будто бы стекол не хватает прям? Не, вот этой дырки у меня ее не должно быть. Так, давайте оценивать, смотрите. У Лески есть спортзал. Она поставила грушу, я ее искал, но я ее не нашел. Это очень круто. Есть спальня, короче, Леска 3 из 3 справилась просто на отлично. Она успела все взять, все, что можно было. И мало того, что она успела все взять, у нее еще и бункер максимально прикольный получился. Такой светлый весь, разноцветный, супер крутой. Короче, супер, просто это, по-моему, самый лучший бункер из всех сегодня нас. Короче, пойдемте ко мне. Смотрите, я не успел взять ни кровать, ни спортзал. Я ничего не успел взять, и смотрите, что из этого получилось. Так, во-первых, перед тем, как спуститесь вниз пока не надо спускаться, попробуйте найти, где здесь находится кровать у меня на верхнем этаже. Вот она, вот. Да, это кровать. Окей, типа если вы поняли, значит, это засчитывается. Хорошо. Теперь найдите теперь спортзал. Спортзал, здесь? Найдите где-нибудь здесь, да. Вот здесь? На моей базе. Вот где, вот не это знаю. Типа вот залазить, что ли? Нет. Не. Подожди, внизу где-то, может быть? Ну, где-то здесь, снизу, давай, не посмотрим. Знаю, где мы течить, что у вас. Типа шведская стенка, вот это вот, вот. Ну, типа, уголок, да, я хотел изобразить, как будто бы там лесенка прикольно. Такое. Короче, прикольно. Пойдет. Ну и склад сами, само собой, склад, получился да, такой. Большой, зачем такой я взял вот эти фиолетовые блоки, я не знаю, они случайно мне попались. Что было, то взял. Но получилось светло получилось зато. Нижнее ну, помещение да, супер светло, крутое. Кстати. Так, теперь мы, получается, а все, Нубик оценивать не будем, да? Так, Нубик, леску идем. Мы закрываем. Леску мы там выйти. Закрываем. Так, слушайте, вот у нас и дождь пошел. Походу цунами уже приближается, классно! Так что пойдемте. Давайте пойдемте к Нубику. Кроемся. И потом в сторону океана сбегаем, посмотрим. Так, дайте мне только еды. У меня снова заканчивается еда срочно. Я не могу так, бегать уже. У меня мне... ничего нет, слушай, давай Нубик, я Нубик, у тебя осталось еду, что-нибудь? Подожди. Ладно, подожди, так дойдем тогда. Так, что у нас сейчас у Нубика? Спальня у Нубика есть. Леска, да не надо, короче. Спальня у Нубика есть.
Есть склад, шайтечка в опасности. Но нет спортзала. Я понимаю, что это бильярд, это как спорт, ну, тоже как есть, но это не совсем спортзал, да? Ты что? Это не совсем спортзал получается. Это получается как типа место это для просто зона отдыха досуга, такая. Для развлечений. Там. Да, спальня есть, склад есть, спортзала нет, но ну, зато есть зона развлечения. Что? Но получилось в любом случае круто, потому что стеклянный потолок, прикольный и цвет, все видно. Но нет двери. Короче, все, главное, мы успели построить бункеры. В таких бункерах, я уверен, на 100% мы переживем этот цунами, если, конечно, мы сейчас назад вернемся. А вот, кстати, и цунами, которое только-только-только подходит. Оно вон там, слушайте, смотрите, какое оно гигантское. О, оно прямо зеленое-зеленое из изумрудов, смотрите. Дайте-ка офигеть, оно зеленое прям, смотрите, очень круто выглядит. Оно прям настолько гигантское, то, что его в тени совсем не видно. Лес, что там делаешь? Ну, что? Ничего, я плыву. Побежали, а, побежали, что вы там делаете? Бежим. Так, смотрите, тут какие-то у нас местные, получается, кто это у нас такие? Местные жители какие-то уже укрылись в своих зданиях, они тоже будут переживать с цунами только внутри вот этих зданий. Как так-то? Представляешь, ой, меня просто по голове ударило. Я в пески попал. Все, короче, в общем, друзья, я попал в зыбучие пески, походу, то, я что я строил бункер, меня уже не поможет. На связи был сегодня Шедимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышим все в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Пока-пока.